needles in the city. Be back immediately to confiscate the money. Yeah. That girl is a real proud beast. Small world, all the friends know me. Young bull living like an old beast. Release the cash, watch it fall slowly. Right now, still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drink. They lose it when the DJ drops the knee. Hey, YouTube, hey, с вами был Дриадвайда. Сегодня мы с вами продолжаем играть в Team Fortress 2. Это у нас последняя серия. Мы с вами играем за медика на карте Синтетик. Так, они захватывают. Сейчас. Кого мне подлечить? 20 душ мне дается за... Чё? Убейте Тамаду. Чего, блядь? Со своей робота имеется в виду? Странное название робота, на самом деле. Тамада, блядь. Я что, на свадьбе на какой-то нахожусь, что ли? Что за бред? А. Ну да. А, нахуй. Пизда тебе! Ай. Так, я так понял, мы типа всей равой там стоим, ждем этого Тамаду, так сказать, этого робота. Вот. На нахуй. Справедливо. Но все равно падла. Слушай, ты заколебал. Все, мы квиты, все. Не трогай меня, сука. Увидишь, что подходишь, я тебе не знаю, что с тобой сделаю. Я тебе твой. Слушай, ты не понял с первого раза или что? Блять. Опа. А, это точку мы захватили. Подожди, а... Чё, типа, если это не работает, да? Не, только пила нужна, чтобы сработала, окей. Пизда! Вот это Тамада, да? Странное, конечно, опять же, название для робота, Тамада. Я всегда думал, что он робот просто, он типа робот и робот. Ну, что, не знаю, какой мистер там какой-то, я не знаю, кого зовут. Не Тамада же, блядь, чё за бред? Чё за странное название? Оба, попал. Сейчас надо заклинание в него кинуть. Ой-ой-ой. Блядь! Ты чё делаешь? Всё, захватили. Подожди, меня этот дебил, в смысле, медик взял, грохнул. Чё ты мне грохнул, в смысле? Я не виноват, что по ним урон засчитался, в смысле, я по роботу чисто хотел. Взял по мне, блядь. Сейчас, не дай бог, ты меня убьёшь, в смысле. Есть! Тихо. Давай с тобой потанцую. Опа, горгулья. Где горгулья? Сейчас ее искать буду. Сейчас я ее найду. Не, а вообще... Тихо. Подождите. Не захватывайте. Дайте горгулью найти. Пожалуйста. Какие сраные горгули, вы задолбали. Ну, это шутка или чё? Заебись. Дайте хоть найти горгулью. Она не здесь. Так где она? А, ну, в принципе, у меня еще один раунд будет. Но все равно сразу найти ее просто и все. Где она? Опять мне этот медик убил. Опа, нашел. Отлично. Ну-ка. Вот. 50-очка есть. И это в самые первые минуты видео. Так, я не понял, типа, они нападать будут или нет? Чё ты встал? Готовишься уже, что ли? Захватываем в танцы. Кто встал? Сука, не двух, ты сейчас опять убьешь. Уйди отсюда! Ты! Кто-нибудь! Уберите его отсюда! Да реально... Пизда, уходим отсюда. Да чё за мной? Не надо за мной идти, пожалуйста. Да. Бегом! Чё, он за мной пошел, что ли? Или за кем? И за кем пошел? Вон он. На! Все, в принципе, я уже могу не участвовать, не засчитается в случае чего. Главное только не умереть от него сейчас. Или что, за мной, что ли, пошел?
Фух. За мной. Бом. Да кто? Сука, кто турель поставил? Зачем? Так, понял, здесь ходить нельзя. В смысле, если что заберет? Пизда, он что заберет, я ухожу отсюда. Дай пройти. Оба. Пизда, он вынесло. Ой-ой-ой. Давай. Хорош. 84. Давай еще, чтобы 89 сразу было. Надо захватить точку. Все, 89. Все, мне всего 11 осталось. Вот такой быстрый видос, ребята. Вы что думали? Как бы вот так. Опа. Погнали. Карлик. Карлик вошел в действие. Блять, не получилось. Еще раз. Не. Вынес. 90. Вынес. 90. 4. Все. Больше выноса не будет. Ладно, я пошел отсюда. На меня сейчас сагрится еще, не дай бог. Ой-ой-ой. Сейчас полечу. Куда ты пошел? Куда пошел? Дебилушка, я тебя полечил бы. Опа. Лечим. Куда скаут делся? Хрен его знает. У него берзаряд полный. Давай. Да лечи. Давай. Ну. Че, никого не убил, что ли? Да как так-то? Куда шпион 100 баллов? Да. Только он жив остался. Ай. Отъявись от меня. Давай. Закручим. Хорош. Все, мне один килл нельзя. Давай. Хорош. Че, не засчитается, что ли? Тут не засчитается, он же убил. А, у него зон смерти, точно я забыл. Он сейчас вон сзади где-то подойдет. Блять. Опа! Давайте полечу. Куда ты пошел? Ты куда делся? Хуй его знает. Ладно, снайпер полечу. Ну-ка иди сюда. Ну-ка иди сюда. Шпик сраный. Блять. Не, меня не выжить. На! Ой-ой-ой, что я сейчас творил? Где я, робот? На. Ой-ой-ой, как махает. По-колхозному. По-колхозному чисто. Ой-ой-ой. Сейчас я его застрелил, что ли? Ни хрена себе. Даю. Да попади по тыкве. Давай. Все. А, плюса нет. Плюса не все. Как это не все? Бля. Вынес меня. Все, вот такой молодец. Взял, захватил точку. В таком случае. А, ну хотя да, в принципе, тут. Не, ну если они сейчас захватят, то сразу матч закончит. Ну ладно, не. Для видоса надо все-таки подольше чуть-чуть. Давай. Почти. Давай им пойти захватить. Давай, надо пойти захватить. Там всего 24, нет. Пошел вон! Убермен, блядь. Ай. О, робот вылез. Вот это ты вовремя, конечно. Не, ну как бы учитывая то, что тут у нас 10 секунд осталось, все-таки мы должны это сделать. Если бы у нас там минута была, тогда бы да, тогда бы лучше бы синий захватили. А так вообще мы должны. У нас всего 10 секунд, да, блядь, отвалит меня. Все, мы срали, к сожалению. Ладно, неважно. Неважно. Чё мне тут выпало? Приплён со стороны лук. Сейчас засчитается. Итак, давай. Ответственный момент. Последняя хэллоуинская карта. Сдаем. Давай. Мы должны получить что-то очень жесткое из этого. Просто вот прям, не знаю, прям что-то пиздец какое жесткое. Прям невъебенно крутое. На весь год. Ну, кстати, слушай, неплохо. Хорошо. В принципе... Не, ну я, конечно, наверное, это все-таки носить не стану. Ну, типа... Вообще можно. Вот так как. Вообще неплохо, можно, но, опять же, я, наверное, весь этот год носить не стану, ну,
Пусть будет. Нормально. Ладно, ребят, как-то вот так. Все. Пока что с Тевкой покончено. Мы с вами выполнили все хэллоуинские контракты. Вот все они выполнены. Все. С вами был я, Блутрия 2. И всем пока.